Всем большой привет! Репортаж веду из весеннего бора. Выноска у нас за медункой мягчайшей. И здесь я впервые наткнулся на отличные грибы. Это сморчок и сморчковая шапочка. Близко сейчас покажу вам. Вот он, гриб такой сморченный. Вот я их тут набрал на хорошую жареху уже, вот этих. Отличный гриб. Вот он, сморчок. Есть сморчок конический, но это простой сморчок. И на горизонте видно еще видно их целый понг здесь, в этом лесу. Это отличный гриб, идет в жарку, в сушку. Сушеный он стоит дороже, чем белый сушеный гриб. А так прекрасное блюдо весеннее, чисто грибной аромат. Это сморчок, сморчок конический, сморчковая шапочка. Не нужно их отваривать, потому что они ничего не содержат. Никакой гельвеновой кислоты в сморчке нет. В строчке это другой вид. Есть, а это сморчок, то есть можно употреблять даже в сыром виде. Призываю всех в леса, еще примерно с неделю они будут идти. Вкуснейший гриб. Собирайте, сушите и наслаждайтесь вкусом.